гостям, которые играли роль зрителей. Сейчас выглядел примерно так. Значит так. Сейчас будет выступать молодой артист. Чтоб все смеялись. Поняли? Ну-ка, как будете смеяться? Покажите. Вы как идиоты смеетесь. Нормально, можете смеяться? Понятно. Я выхожу, подхожу к микрофону. Чувствую спиной, что оно стоит сзади. И вот так вот, если вот это я, она стоит сзади, я там подношу какую-то фразу. Она... Прошло почти 40 лет. Режиссеры стали другими. Их функции выполняют те, кого называют модераторы. Они находятся среди зрителей и показывают зрителям. Вот сейчас будут объявлять, что Хазанову 70, давайте похлопаем. Нет. Так вы будете хлопать Ермольнику. Вот 70 Хазанову, давайте. Давайте еще раз поаплодируем на программе, которая дает возможность увидеть. Глядя на Хазанова сегодня в удивительном смокинге, с каким автомобилем или лайнером можно сравнить? Бентли, помноженный на Майбах. Ладно, давай, не надо. Ну почему же Бентли, Роллс-Ройс? Это 24-я Волга черная. Вот! Самая дефицитная, которую можно было взять только по плану, в южном порту. Только лучшие артисты, лучшие автомобили, лучшие аплодисменты и лучшие зрители Первого канала сегодня. Дорогие друзья, я обещал вам, что новый новый сюрприз и вот они, только сегодня в нашем специальном выпуске возможен такой фантастический дуэт.